Здорово, народ! Мы продолжаем наше прохождение. Сейчас, секунду, мне что-то попало. Так, ну что ж. Заметьте, да, что я отсюда никуда не ушел. Я ничего не скрываю. Никаких прохождений прокачек я не делаю. Все только с вами. Помните, я говорил, да, что маленький мелок иногда стоит использовать. Давайте мы это сделаем. Видите, да? Во-первых, у меня ХП мало, фляги нету, нет человечности. Тем более, не человечность. Нам нужно будет призывать НПК. дух эту девушки, да? В любом случае призвать, потому что я уже говорил, да? Чтобы она дала нам потом сет оружия, да? Свои доспехи. Нам нужно будет ее призывать везде. Три раза, по-моему. Делаем следующее. Рисуем мелок. Попробуем даже здесь нарисовать мелок. Блин, ну это, конечно, далековато. Да. Не очень, конечно, удачное место для мелка. В принципе, пока я могу туда сходить, пока побить остальных потихонечку. Просто в идеале, чтобы меня призвали. Здесь я был уже, да? Чтобы призвали. А, там еще у нас ящерица есть в одном месте. Давайте его сходим. В идеале, чтобы меня призвали и все полностью восстановили. Все оружие, бутылки. По-моему, здесь у нас была ящерица. Сейчас будет двое сидеть, там, по-моему, ящерица, да? Так. Ну. Зачем же? Нужны же зачем-то эти бомбы. Только вот плохо получается. Ну ладно, давай. А, он умер, смотрите. Отлично. Давай, друг, выходи. Опа, опа. Стоп. Он хотел меня убить. Вот это ящерица, да? А если мы сделаем таким образом? Здесь же ножички нереально решают. А если сделать вот таким вот образом? А, да что ж такое? Ну блин, ну... А, совсем немножко не хватило, вы видели. Совсем немножко. Но я обязательно ее возьму. Обязательно. Три ножика надо, но это бред. Три ножек. Пойдем потихонечку будем убивать. Потому что мне нужно, чтобы меня призвали обязательно. Так, там секретку я уже показывал. Не надо меня бить, не надо. Давайте скушаем, мы купили как раз. Ну просто не в удачном месте, конечно, мы оставили этот знак. Не в удачном. Ну ничего страшного, разберемся. Угу. Опа, вот сюда вот сходим потихонечку. Так, все. Как ты быстро так убил? Опа. Опа. Ах, почти. Хорошо, душа пропавшего мертвеца и железная стрела. Ох, неприятно, неприятно. О! Все, смотрите. 5 минут. Все, что нам нужно, выжить 5 минут любой ценой. Да, вызвал меня на босса, ну. Конечно же, это будет немного посложнее, но ничего страшного. Привет, братюня! Пойдем. Ну, попробуем убить босса тогда. А если мы не убьем, будет не очень хорошо. Ну ладно, что поделать. Или можно 5 минут просто АФК стоять, да? А он пускай идет убивает босса, его убьют. Видите, просто далеко, далеко не все знают, да? Про мелки. Какая разница у мелков? Я вам сказал, какая разница. А он, возможно, не знает этого. Он не знает, что я исчезну через 5 минут. Ну-ка возьмем вот это вот чудо. Я хочу попонтоваться, какой крутой. Я первый, я первый, первый. Все, крути, крути. Так, ну и чё? Потихонечку, видите, мы чернеем, потихонечку чернеем, чернеем. Хоть бы мы до босса не дошли. И все, я
Делаю свое дело. Че он думает? Открывай, вон сундук стоит. Видимо, он хочет на босса идти, да? Мы можем просто возле босса постоять АФК, там побегать. О, видимо, чернеем сильнее и сильнее. Я уже вообще все, черное пятно. Черное шоколадное пятно. Самое главное, чтобы он меня обратно не отправил. Ну пойдем, хочешь драться, пошли драться, что поделать. Можем потренироваться немножко, давайте сделаем вот так. Скушаем одну штучку. Ну, видите, возможно, я даже не успею ничего сделать, потому что все, я уже сильно черный. Попробуем хотя бы подбивать его атаки. Ох, я прям прыгнул к нему. Ага. Видите, его можно бить сбоку, но просто сейчас удобно, что его отвлекают. Это очень удобно. Долг исполнен. Пока, братюня. Пока, братюня. Забирайте меня, забирайте. Быстрее забирайте. Да заберите меня уже обратно, быстрее. А, все. Фух. Ну вот так вот. Для этого и нужен маленький мелок. Посмотрите. Фул ХП. Человечность. Полная фляга. Все оружие целое. Профит. А мы идем убивать босса. О, какой защит нашли. Сейчас быстренько глянем и пойдем. У нас 0,5, поэтому я другой не хочу. Все, бежим, 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 бежим. Сейчас мы сможем спокойно призвать. Я уже сказал, почему еще раз говорю. Потому что нужно по сценарию так. Видите, больше мужика вверху нету. Он отсюда уходит в другое место. Я знаю, какое. По идее, он будет в трех местах. Так, нам, по-моему, сюда надо или нет? Что-то я забыл. Так, я запутался, куда идти. А, вот сюда вот нужно было, блин. Давайте спустимся. Да. Вот сюда вот это. Опа. И призываем. Пойдем. Вы помните, да, что она очень сильно башенная. Очень сильно. Поэтому старайтесь нормально идти. Лучше всего идти. Пошли. По лестницам. Она опять может застрять, да, и это опять будет столько геморроя. Пойдем, пойдем, пойдем. Я не знаю, опять, может быть, она будет тупить, или все-таки она будет с ним драться, это уже не важно. Ты идешь? Да куда ты пошла? Пофиг на него вообще. Подруга дней моих суровых, пошли. Это плюшка, но она настолько бесполезная. Сейчас самое главное не навернуться с вертухи вниз. Заметьте, мы щит используем не для того, чтобы там защищаться, да, а только для, чтобы отбивать удары. Только для этого. То есть я не люблю играть через щит, да, защищаться, там стоять за ним, нет. Оп, оп, оп. Так, на меня напали сзади. Опа! Не успел, братюня. Видите, какие красивые моменты, да? Профессионализм. Все, давайте соберемся, хватит баловаться. Пошли. Я надеюсь, что ты сможешь нормально зайти. Хотя, опять плюха, ладно. А, нет, нужно взять, корабль уплывет. Корабль уплывет, господа, понимаете? Меч вегетарианца. Нет, я шучу, название там другое, ну пошли. Пойдем, 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 пойдем. Такой глюк был всего лишь один раз за все время. Вот ты тогда разозлился, да? Его больше никогда в жизни не было. Я надеюсь, что больше такого не будет. Что мы можем одеть? Так, это пока можем убрать. Вместо него поставить, например, вот это. Это сейчас... А, это увеличивает ХП. Ставим. Ну все.
Зашла, смотрите, но это реально был баг. Уходим, уходим. Ну так мы его легко можем убить, если нас будет двое. Ох ты, это вот уже не хило, это уже не шутки. Да что ж такое они? О, как плохо все идет у нас. Давай, давай. Можно сделать таким вот способом. Помните? А ведь это работало, это работало. 3, 4. Ну мы его убьем, я думаю. Все, пробило. Осторожно, уходим, уходим. В идеале, чтобы она выжила. Надо, чтобы она выжила. Уходим, уходим, уходим. Осторожно. Ух ты, красавчик. Еще раз говорю, не забывайте, что она должна выжить. А он не должен, и он не выживет. Все. Фух, нормально пойдет. То есть, чтобы выполнить ее задание, ее миссию, да, чтобы она давала вам сет свой, ее, по-моему, нужно призывать. Ее можно призывать 4 раза. Ее нужно призывать минимум 3 раза. И в этих 3 разах, разах, она должна, короче, выжить. Все, убили мы этого босса. Здесь щиток вообще никак не зарешал. Но он в любом случае нам потом как-нибудь пригодится, когда мы будем против другого босса драться. Когда-нибудь будет босс, которому надо отбивать атаки. Когда-нибудь будет такое. А теперь заметьте, да, что когда мы в одной руке держим меч, он бьет быстрее. Но у него, видите, меньше урона, чуть-чуть меньше. Если в двух руках, у него урон будет больше, но, видите, он медленнее бьет. Мне не нравится. Поэтому давайте пока в одной подержим. Так, пироматическое пламя, огненный шар. Пироматическое пламя нужно, чтобы использовать пиромантию. То есть это такой вид магии, да, для которого не требуется ни интеллекта, ни чудес, ничего. То есть этот вид магии может использовать обычный воин. Кстати, я забыл совсем про сет. Именно в этом месте мне нужно будет собирать сет. Сейчас я вам покажу, как это делается. Сначала мы... Давайте костер зажжем. Очень много здесь надписей, очень много. Слава, подъем мне, короче, снова это место. Костер, да, костер. Здесь даже кто-то еще умирал, оказывается. Понятно. Он поднимал лифт и туда падал. Эх, человек, человек. Так, здесь такая еще особенность у лифта есть. Тут есть еще плюшка одна. Я вот не помню, как ее брать. Сейчас мы попробуем ее взять. Сначала... Вот она. А, все, все, понятно. Все. Нам нужно сейчас подняться вверх. Это отпустить лифт вниз и запрыгнуть на крышу. И все, и профит. Колпак ужасно, терпеть его не могу. Но он нам сейчас нужен будет. Так, делаем вот так вот. Опа. Закрывается. Поехала, поехала. Давай, давай, давай. И мы пойдем на крышу. И бежим вперед. По идее.
Сабля и порошок для починки. Это второй порошок. Напомню вам, что мы первый взяли благодаря тому, что я использовал НГ+, то есть уголь вражды. Все, первого босса мы убили. А, кстати, сейчас я вам покажу еще одного человека. Кузница. Кузнец. Кузнеца. Кузница. А! Кузница. Нет. Ладно, ну вы поняли, короче, кузнеца сейчас покажу. Просто я француз. Я француз, понимаете? Здесь ничего, как я помню, нету секрета. Уже впереди, но здесь ничего нету. Я свое время, когда играл, я проверял здесь много раз. Хорошо, идем дальше. По бокам сейчас будут плюшки. Надо будет смотреть, где сломанная. Вот. Обычный повод. Сейчас будет костер, мы его зажжем. Пройдем немножечко половинку этой локации, и как раз мы остановимся там, где я буду фармить доспехи, потому что основное время я буду фармить вне записи, потому что, сами понимаете, эти доспехи, во-первых, нужно, чтобы они выпадали, а для этого мне нужно будет постоянно убивать. Во-вторых, это будет игра на NG+, то есть это будет столько у меня геморроя. Здесь сейчас будет рыцарь, его можно, в принципе, убить. От него никакого толку. Ой, мы забыли поиспользовать. Да, эх. Нам нужно сейчас активировать костер. У нас есть кольцо. Это кольцо мы убираем. Поставим кольцо душ. Заметьте, как мало, да? Здесь надписей помощи очень мало. Ну как мало, вообще нету. То есть ни одной надписи помощи я еще не увидел. А их же можно оставлять здесь? Да, можно, видите, я могу. Все. Большой мелок лучше всего рисовать, когда вы собираетесь надолго помогать, или, например, возле босса. Так, осторожненько. Он бьет неприятно. О, вот увидите, да? Блин, вот мне не нравится, что здесь упасть можно. Вот это вот моя проблема большая. А если мы сделаем так? Ну-ка, подождите, давайте отойдем. Немножечко, так сказать, поиграемся. Опять же, я уже говорю, что мы будем только отбивать удары. Отражать. Давай, братюня. Ой-ой. Ну, видите, тяжело, тяжело. Именно вот это вот копье очень тяжело. О, ты смотрите, чуть я не сдох. Да. Кстати, он одноразовый, то есть он больше здесь не появится. Можно его зареспавнить. Смотрите, вот мы, когда его убиваем, у него выпадает то, что у него в руках. То есть, если мы убьем в лесу, да, в начале, там выпадет меч, у этого копье. Доспехи у него не выпадают, но они могут выпадать только в одном случае, если вы будете играть через NG+. Да я могу так его просто убить и все. А, нет, не могу, она пошел. Да не, мы можем его убить, ничего сложного, нет. Значит, забочить. Да блин, ну. Да. Тихо, осторожно. Да что ж такое? А, нужна практика, нужна практика. Да. Я говорю, вот самое сложное отражать копье и алебарду. Но опять же, я нажал, понимаете? Я нажимаю два раза, но он не поднимает. Молодец, сдох. Ясно. Ну, сами понимаете, это абсолютная норма. Все, короче, не будем баловаться. Давайте я его просто убью и все. Пойдем дальше. Трата времени, потому что... Все равно тренироваться, да, отражать удары на копье, это последнее дело. То есть никакого смысла вообще нету в этом. Видите, я ничего не потерял, ничего, ни души, ни человечность, потому что у меня есть кольцо. Что ж такое вредный-то, а? Ты что такое вредный? Все, теперь отходим потихонечку. Раз, два, три. Раз, два. Уходим. Уходим, да.
Так, надо убрать щиток, потому что мне не нравится играть щитом. Вот реально, да, будем использовать только вот экстренных случаев. Опа! 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 Ну и все. Я говорю, ничего сложного в этом нет, конечно же. Одно дело, когда я балуюсь, да, там, пытаюсь что-то отражать, там, да, это, конечно, бред. Но другое дело, когда уже нормально идем. Можно, в принципе, попробовать убить его отсюда. Говоря. Ой. Немножко, ну. Пойдет. Ну ладно, нормально. Немножко не так вышло. Тихо. Нормально. О, Пепси. Тан-тан-та-тира-тара. Сафира-тара. О, как раз мы сейчас починим колесо. Так, все. Пришли мы сюда зачем? Во-первых, чтобы открыть эту дверь. Помните, мы там были, но мы не могли открыть ее. Стоп. Почему она меня кусает? А, все правильно, правильно, правильно. Я же враг, да. Короче, открываем эту дверь. Сейчас нам нужно обязательно взорвать эту стенку. Обязательно. Не накосячить. В прошлый раз сломалась бочка. Ну кто? Кто нападет на меня? Кто? Опа, заминусовал. Минусанул. Все, ну видите, ну, опыт. Выпиваем флягу. Вот бочка, но это не та бочка. Давай, друг мой, кати ее. Он может ее не катить, кстати, он может ее просто взорвать. Заметьте, да, что стенку можно взорвать только с помощью бочки. Просто тупо кинуть, да, вот эта вот огненная бомба не выйдет, как ни странно. Он может сломать, короче, поэтому мы сделаем так. Давайте отойдем немножечко. И, блин, если он сломает, будет не очень хорошо. А, вот она идет, идет. Отлично. Все, прям, она прям идеально стала, куда нам нужно. Вы видели, да? Прям идеально. Сюда иди. Тихо, тихо. Ты что, хочешь умереть, что ли? О-а-а! Ну иди сюда, что ты там застрял? А, почти. Подожди, стоп. Вот так, все, нормально. Это мы еще играем, заметьте, обычным оружием, которое мы вначале просто подобрали. Его, это теперь бочку можно... Его, не его, а бочку можно взорвать, во-первых, ударом огненного оружия. У меня огненное оружие. Во-вторых, с помощью дробящего оружия, то есть, например, дубина огромная или алебарда, когда сверху бьешь. Копьем, которое режущее, да, нельзя. Мы берем лук. Угу, берем стрелы огненные. Можно бомбу кинуть, ну, вариантов очень много, как можно сломать. Очень много. А мы сделаем просто вот так. Пук. Пух. Все. Во-первых, открыли мы костер. Во-вторых, он сейчас не будет же торговать, да, ну ладно. Давайте зажжем этот, нужно зажечь этот фонарик, потому что пока мы не зажжем этот факел, да, кузнец будет постоянно там сидеть и махать руками. Но кузнец нам сейчас ничем не поможет, потому что нужен уголь. Ну ничего страшного, хотя бы пришли. А, ну здесь на халяву, да, есть сундуки, заметьте. Интересно, подождите, а? Вы видите это? Все сундуки деревянные. То есть мы можем в этот костер кидать постоянно уголь вражды. Уголь вражды можно, кстати, тоже обузить. Его можно находить бесконечно. Мы кидаем уголь вражды. Потом переходим и забираем все, что нужно из сундуков. Профит. 90% что сработает. Я потом проверю обязательно. Вот. Большой осколок титанита мы сможем отсюда брать бесконечно. Железные стрелы на халяву. Темный болт. Ой, тяжелый болт. Ну, в принципе, ничего такого особенного. Ну, почему? На халяву можно, конечно же, брать. Осколок титанита. Вот видите, здесь 5 осколков, здесь 2, 10 стрелы. А вот здесь железный, его можно будет только один раз. Кстати, да, смотрите. Я, видите, сделал факел.
Сейчас этот кузнец, он придет к этому сюда и будет работать здесь. Ну, для этого нужно обновить локацию, как обычно. Обновили локацию. Ой! Кто здесь? Все. Больше он нам ничего не скажет, ему нужен уголь. Вот у нас еще и сундук. Я не помню, само собой, что здесь лежит. У меня не настолько супер память. Молот мастера, мерцающий титанит. Молот мастера, ничего особенного. По-моему, этот молот мастера нам еще дадут в деревне в нашей. Ну, не очень оружие. Его можно, конечно, поиграть им. Кстати, какой-то пацан, парень, да, это, по-моему, американец, выкладывал игру, где он убивал босса, знаете, поварешкой. Я знаю, здесь можно поварешку достать. Там у нее атака, по-моему, 20. И он зачаровывал молнии и бил лучше босса. Это было очень долго. Босс, который кто играл, да, это... Темная расщелина, да, там, который мясник вот этот вот. Как же, разлагающийся. И он его бил 25 минут. Там по чуть-чуть отнимая хп, прикиньте. В итоге, когда у него сломалась поварешка, он бил сломанной поварешкой. Но это, конечно же, просто маразм. Теперь что мы делаем? Мы пойдем теперь туда. Именно туда мы пойдем. Так, наверное, подождите. У нас, конечно, со временем не очень. Но в любом случае мы пойдем в ту сторону, потому что, помните, мы подобрали ключ, да? Как раз когда я играл до этого, я вот этот ключ не находил. То есть, когда я играл первый раз, я находил, а вот второй раз я забыл, где он находится. Вот старинный ключ, теперь вот понятно, где он, оттуда вот. Опять наши любимые. Вот видите, в чем плюс, когда бьешь двух рук, да? Я уже говорил, это атака увеличена. То есть мы убиваем с одного удара, нежели с двух ударов. Сейчас там будет веселье, кураж. Так. Но вы хотите все втроем? На одного меня? Да что ж ты не хочешь умирать-то сегодня, а? Пока я бегаю в шапке, но она мне пока не нужна. Она нужна будет только для фарма моих доспехов. Ай, блин, не получилось. Я хотел сильный удар сделать в спину. Уходи, уходи, уходи. Блин, не люблю я с двух рук. Так, давай, замахивайся. Ой, ой, плохой удар. А, конечно же, он попадет по нам, потому что у него огромный диапазон. Да что ж ты хочешь это от меня? Все, вот и все. Что ж ты такой вредный? Давайте поставим сюда вот вместо этого хилочки наши. Как я помню, у нас сейчас будет путь не близкий. У нас есть камень Фараса, хоть бы был, пожалуйста. Да, нам нужен камень Фараса. Для этого мы сделаем следующий поступок. Ну, это первый камень Фараса, который, по-моему, я знаю, где он лежит. Самый ближайший. Я просто не хочу тоже ваше время тратить, поэтому мы сделаем так. Во-первых, мы купим кольцо кошки. Это кольцо в любом случае, когда-либо мы купим, в любом просто случае. Сначала мы чиним колечко. Сейчас мы купим кольцо кошки. Нам продает кошка кольцо кошки. Понимаете, в чем разница? В чем суть, да? В чем сам смак? Так, давай, давай, давай. Бежим, 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 бежим. Угу. Где ты? Вот она. Кис, 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 кис. Так, ничего она интересного нам не скажет. Купить предметы, кольцо кошки. Потом здесь надо будет еще одно кольцо важное, чтоб дальше нам пройти. Сколько у нас ХП? 1100, этого вполне хватит. Там, насколько я помню, лежит ключ Араса.
Так, давайте немножечко пройдем сюда. Вот. Кстати, обратите внимание, что доспехи тоже влияют на урон при падении. Поэтому, если у вас супер тяжелые доспехи, вы падаете и умираете, попробуйте просто снять полностью доспехи. Как вариант. Сейчас я прыгаю. Вот он. Ну все же, давайте, пока мы до конца допрыгаем, там есть костерчик, чтобы потом уже не идти. Так, ну теперь нам вот сюда вот очень-очень аккуратно. Если я сейчас погибну, то мы сюда не пойдем в это время. Да. Ладно, ничего страшного. Мы потом сюда придем. Нам сейчас сюда не надо. Мы взяли ключ, потому что нам ничего не нужно. Потому что я хорошо помню, что нам нужен ключ. Кстати, вот в этой локации, да, потом будет место, где можно фармить ключи бесконечно, практически. Бесконечно. Там будет ковенант. Ну, это совсем другая история. Нам туда пока не нужно. Кстати, там один из самых легких ковенантов. То есть там нужно будет убивать других людей, да. При этом шансы на убийство невероятно высоки. Потому что там будут это другие крипы на них агриться. Все. Мы купили колечко, идем, значит, открывать двери. Open the door. English. English. Good English. Все, вот наш костерчик, мастерская Макдафа, Макдональдса. Вот доспехи, кстати, хорошие. Это самый лучший сет по физзащите, запомните. Я уже его собирал, я много сейчас собирал. В прошлой игре, когда я прошел, я абсолютно все собирал все лучшие оружия, доспехи на разных раскачках. То есть лучшее оружие для мага тьмы, лучшее оружие для волшебника. Но сейчас я буду собирать все то, что я никогда не собирал. То есть, во-первых, мы найдем меч, который я никогда не брал в руки. И доспехи мы возьмем, такие, которые я никогда не собирал. Доспехи в этой серии мы, видимо, не успеем. Это не важно. Так, ну-ка. Подруга дней моих суровых. На! На! Спускайтесь, господин. Опа! Опа! Ой-ой-ой, какой злой! Ой, какой злючий! Давайте пока подеремся с двух рук. Но сначала мы сделаем... А, то стоп-стоп, там плюшка! Плюшка! Опа! Опа! И три удара. Опа! Красивый череп, тоже отличная вещь, я вам потом покажу потенциал, так сказать. О, чей-то призыв, но мы не будем никого призывать, мы профессионалы. Пока я еще не подводил вас, у меня были косяки, согласен, да, но заметьте, я наверстывал все, что я накосячил, полностью все. Убил босса. Пока мы убили всех боссов, которые нужно было без призыва других игроков. Только именно сюжетных. Но это задумано сюжетом. Поэтому это нужно было сделать в любом случае. Потому что я хочу получить все доспехи. Огненная бабочка. Она нужна нам, чтобы зажигать факел в любом месте. То есть берем бабочку огненную, зажигаем факел, она умирает. Это очень печально, конечно. Вот для чего нам нужен ключ. Вот для чего. Там нужен будет нам ключ Фараса. Кто первый? Стоп-стоп. Уворот. Прыжок. Удар. Нет выносливости. Удар. Все нормально. Нам нужно кольцо короля, которое процентно повышает выносливость. Так, еще одна. Выносливость, ХП. И вес груза, по-моему, да, еще? По-моему, груз веса. Груз веса. Я уже заговариваюсь. Ну, вы поняли, короче. Вот. Ну, само собой, очевидно, да? То же самое мы видели в самом начале игры. Первой локации. Пукс. Кулачком бьем так осторожненько. А я вот забыл про это, кстати. Но это не очень честно, я не хочу так играть. Хотите покажу вам, для чего нам череп, а? Я могу показать за 100 рублей. Сейчас покажу, смотрите. Нет, видимо, не покажу, они от меня не останут. Я вам покажу. Смотрите. Опа. Опа. Куда же ты, подруга дней моих суровых?
Ну блин, не получится, видишь, они убегают. На, чмо. Ладно, потом покажу. Ух ты! Капюшон странника, куртка странника, нифига. Вы видели? Офигеть, целый сет. Капюшон странника. Легкая, прочная, удобная экипировка. Так, давайте глянем, ничего нам это не дает. Тоже, видите, могут быть эффекты. Здесь неудобно сделали, что эффекты ты не, просто так не увидишь. Тебе надо заходить смотреть. Целый сет выпал из одного человека. Ну, скорее всего, да. Я понимаю, что это так было задумано. Я сомневаюсь, что это чисто так случайно выпал целый сет. Давайте слушаем. Все, идем дальше. Мы идем поверху, пойдем. Сейчас у нас здесь будет враг, а мы можем сделать умнее. Я надеюсь, что пока на меня не сагрится. Мы сделаем вот так. Называется бада-бум. Опа. Отталкиваем. Ой, больно. Ой, полетел, полетел все. Берем в одну руку. Можно я залезу, пожалуйста? Да дай же мне пройти-то. Ну ты определись, ты слезаешь или залазишь? Я говорю, обожаю в этой игре то, что люди там могут лазить. Крипы. Это вообще... Ой. У кого-то реально бомбануло. Ой, как бомбануло-то сильно. Наверное, наушник стрелял, да, и случайно взорвался. Вот еще один есть. О, видите, мало хп, да, продамажило. Но для этого, в принципе, видите, сюда бочки и кладут. Вот они, бочки, чтобы их взрывали. Это логично, понимаете? Так задумано, опять же, по сценарию. Нам нужно туда, но сначала мы сходим сюда. Большая душа, зеленый цветок. Хорошо, теперь опять делаем кругаля. Потому что так просто здесь не пройти, как я помню. Здесь ничего нету? Видите, а то я пробегаю, я даже не посмотрю. Ну сломай же. Да, все скромненько у нас здесь. Еще на крыше там есть, но мы сейчас не сможем взять. Самое главное что, что мы убили босса в этом видео. Да, потом мы пошли в новое место, в это, мантия архидракона. Кстати, очень хороший вид. Очень хорошая мантия. Очень хорошая, очень. И щит мы еще нашли. Ага. Ну, мне нужен самый легкий щит, у нас уже он есть. Здесь сейчас будет еще двое. Первый. Видите, я убиваю от трех ударов, это многовато. И второй. Вот. О, пойдет, пойдет, пойдет. Вот он, наш секрет. Ключ Фараса. Проверяем сундуки. На всякий случай. Костяной посох. Ну, нам посохи не нужны. Это просто так. И все, да? А, вот еще. Ох, еще два сундука целых. Давайте хотя бы какую-нибудь ловушку, что ли. Что ж вы так скромно? Парный клинок. Кстати, очень интересная вещь. Я вам покажу чуть позже, когда будет посветлее. Интересная вещь, но настолько там слабый дамаг, парирующий кинжал. Вот. Вы чуете, да? Парирующий кинжал. Хорошая вещь. Это аналог нашего щитка. Вот он. Можно его будет взять. Вот. Пукс. Попробуем им. У него, в принципе, анимация хорошая. Также он еще и бить может. Крючками. Что-то я вам хотел показать, я уже забыл, короче. Вот для чего нам нужен кинжал. Видите? Ломать стенки будем им. Проверяем. Нормально. Что здесь? Сосуд души.
Очень хорошо. Он нам нужен, чтобы распределять свои характеристики. В любой момент мы можем распределить свои характеристики. Точно. Муа! Красавчик. Вот, учитесь, господа, как можно получить доступ ко второму боссу на этой локации, не убивая первого. Помните первый босс, кто играл? Там три руинных стража. А нам нужно, в первую очередь, чтобы я взял свое оружие. Нам нужен, короче говоря, заключенный. Грешница нужна. Вот как. Сначала вы просто берете ключ, да? Потом вы обходите с этой стороны, садитесь сюда вот, и вас поднимает наверх. И вы получаете доступ в это нужное место. Очень хорошо, я очень рад. Это будет быстрее, чем я хотел. Уже впереди. Так, где-то здесь должна быть стенка, я помню, да. 100% стенка будет. Давайте прочекаем. Она будет дальше. Я же здесь все знаю. Вот, она будет с этой стороны. Вот сейчас будет слева. Стоп, она уже здесь и есть. Где-то еще должна быть наша стенка, по-моему. Странно. Сейчас я быстренько проверю, подождите. Интересно. Так, здесь у нас просто выход, смысла сюда идти нету. Мы уже получили доступ, куда я хотел. Очень странно. Ну ладно. Почему-то у меня в мозгу осталась эта информация. Неважно, все. Самое главное, я нашел проход. А я ведь все-таки знал, что здесь тоже можно обойти, но я вот не помнил точно, не точно. Я сомневался, сомневался. Теперь можно сюда пройти. Наверху будет двое. Я вам что-то хотел показать. Подождите, я мне реально что-то я забыл слегка. Блин, что же я хотел показать? Я помню, что я хотел показать, чтобы было светло. Ну, конечно же, я потом могу видео глянуть и вспомнить. Доспех? Нет. Ладно, я вам покажу. Я помню, я что-то здесь взял. Хотел вам показать, когда будет светло. Клинок разве, что ли? Ладно, я вам обязательно покажу, само собой. Я гляну видос. Идем наверх, там сейчас будут два мечника. Опа! Эй, выпустите меня. Здесь можно сообщение оставить? А как он оставит? Он оставил сообщение, нет? Тут только не говорите, что дверь не открывается, пожалуйста. Видение внизу. Хоть бы дверь открывается, там же будут враги, я слышу. Да, господа, вы видите это? Что же это такое, вы спросите? Это доступ к нашему следующему боссу. Но сначала я потом вернусь, и мы, то есть я, сначала я вам покажу как, но потом я нафармлю свои доспехи. Вверху там тоже есть мужик, который кузнец, он тоже нам нужен будет, у нас пока нету ветки, поэтому смысла туда идти нет никакого. Здесь, по-моему, должен быть костер на этом этаже. Можно было грамотно взорвать, да их. Видите, они хулиганят, да? Ну вообще, просто звери. Здесь много народу, конечно. Давайте, если мы найдем костер, то я тогда телепортируюсь. И мы продолжим дальше. Здесь у нас тоже есть монстр. Вон он. Делается это вот так. Вы видели, да, как это было страшно? Кстати, вот эти мутанты, которые сейчас взрываются, они выходили из этих кукол. То есть
Можно эти куклы просто бить, да, атакой. И вы будете вместе с ними сразу убивать этих монстров. Блин, а? Ты недостоин моего ножичка. Эх, спиной сидит. Никогда так не делайте. Спиной сидеть не нужно к врагу. Мы тут не пройдем. Очень хорошо. Я для себя сделал открытие. Все-таки получилось мне дойти до этого босса, не убивая первого. И все благодаря только ключу. Вот там у нас, по-моему, где-то здесь. Здесь должна быть стена. Стоп. А я не иду к трем боссам, нет? Ну, само собой, опять стена будет. Что? Не, все правильно. Это не три босса. Это обычная локация. Все, самое главное, я нашел то, что хотел. Отлично. Широкое кольцо связи. Это кольцо, которое уменьшает вред оружия. То есть, сейчас секунду посмотрим, что оно здесь. Короче говоря, увеличивает прочность оружия. Пускай будет так. То есть она замедляет поломку оружия. Обязательно нужно туда прыгнуть, посмотреть, что там, я не помню. Вау! Тяжело прыгает, видите, тяжело. Поэтому мы сейчас сделаем вот так, на всякий случай, чтобы я вниз не навернулся. Не забывайте, что когда вы раздеты, видите, он прыгает гораздо лучше. Наша задача сейчас найти... Кстати, вот именно такой же проход будет, когда три босса будет. Вот именно такой же он, вот так же будет выглядеть. Сейчас наша задача найти костерчик. Он где-то здесь должен быть, я чувствую. Я помню, что где-то должен быть, да. Но вопрос только где? Стоп, почему его здесь нет? Наверху костер есть, там мужик, да, но мы туда не пройдем сейчас. По-моему, здесь я был костер. А, он, наверное, за этой дверью, да? Точно, точно, точно. Ну, неважно. Ладно, все, давайте посмотрим, что там дальше. Можно было пройти сюда, и уже можно идти обратно домой. Мы потом сюда, само собой, придем еще. Я туда же вернулся, да? Так, ну да, что у нас там по времени? А времени у нас уже много. Ну все, в принципе, нам сейчас здесь делать больше нечего, абсолютно нечего. Стоп, мы можем пройти к боссу, да? Там будет костер. Да. Пойдемте, так мы и сделаем сейчас. То сейчас мы активируем еще один костер. Этот костер, видите, специально сделали отдельным, чтобы люди могли туда кидать уголь вражды. Потому что если грешницу убивать с углям вражды, да, там у ней выпадает, короче говоря, по-моему, а, у нее выпадает душа, душа ведьмы. То есть у нее, во-первых, если вы просто убьете грешницу, выпадет душа. Если вы убьете под углем, там выпадет ее душа и еще одна душа, по-моему, ведьмы, да, называется. С этой души вы сможете получить великолепное волшебство. Вы сможете усиливать свое оружие огнем. Это очень хорошая тема. Все, сейчас здесь будет лестница. Хорошо, и вы нашли костер. Очень хорошо, то есть нам теперь можно будет спокойно сюда телепортироваться. О! Здравствуйте. Я вас не звал. А, это не он орёт, вы не пугайтесь, это горгулья где-то здесь летает. Просто... Стоп, стоп! Почему меня убивают? Ну-ка попробуем сделать так. А, блин, ну как же так? Еще раз.
Все равно, значит, мы будем уже заканчивать, давай. Да блин! Во, получилось. На! Нет, не, немного не так, но ладно. Хорошо, еще раз. Давай, друг, доставай. Стоп, 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 давай. О! Не, кинжал хорошая вещь, безусловно. От него, в принципе, даже больше пользы, чем от щитка. Кинжал, видите, им можно еще и драться, да? То есть вот этот удар он будет отталкивать. По идее, это колющее, он, скорее всего, даже может пробивать, наверное, щит. Ой, я уж думал, у меня сломался кинжал. Да, ну говори. Ну, он может, в принципе, по идее пробивать щит, хотя не факт, но не важно. Самое главное, что, видите, им можно пользоваться, бить им можно, еще при этом можно всякие там предметы проверять, там стенки, да, проверять. Там сундуки бить. Это очень удобно, чтобы свое оружие не повреждать. Ну все, собственно, здесь мы как раз и закончим. В следующей серии что будет? Я вам покажу, как фармить доспехи. Потом поставлю на паузу и буду фармить, фармить усердно. И нафармлю сет. Потом мы придем сюда, убьем грешницу, получим ветку былого. И пойдем в новую локацию, которая приблизит нас к моему оружию заветному. То есть у нас, в принципе, все развитие идет идеально. Давайте мы зажжем факел. Пока мы вообще какой-то, знаете, извиняюсь, как чмошник выглядим. Посмотрите на это чудо. Это что, воин? Это избранный воин? Ой, Господи Иисусе. Надо перекреститься пару раз. Но грешницу... Ну, в принципе, не обязательно убивать грешницу на НГ+. Это, я говорю, кто хочет огненное оружие. Но там будут тоже свои нюансы, будет сложновато. Не забывайте, что когда вы призываете фантома, фантом тоже будет сильнее на каждом НГ. То есть вы кинули уголь вражды, пошли на НГ+, призвали сюжетного фантома, бота, да? Он будет тоже сильнее, нежели до этого. Еще обратите внимание, насколько я знаю, по идее это точно. Если вы пойдете на один, если вы одни пойдете на босса, да, соло, у босса будет одно количество ХП. Но если вы пойдете с кем-то, например, призовете фантомов, например, два фантома, то у босса будет больше ХП, по идее, насколько я помню. Не 100% информация, но я где-то читал об этом. То есть у босса увеличивается количество ХП в зависимости от сколько фантомов к нему приходит. Сколько человек всего. Ну все, давайте закончим. Хорошая была серия, много мы сделали, прошли уже далеко. Получили доступ, это очень хорошо. Боссу следующему. Все, давайте до следующей серии. Помахать. Ба-бам!